Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Встречайте, азиатский микс. Четыре в одном, Азия в финале. Это наш Новый год на Первом канале. Мы целый сезон всю Москву качали, пловом и юмором вас угощали. Не перебивай, не перебивай. Садись поудобней, налей чашку чай. Назад пути нет, это наш звездный час. Азиаты в финале, значит, мы наваливаем бас. Вся Россия любит нас, любит нас. Мы порадуем вас. Стоять, 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 стоять! Вы что творите? Это манекен челлендж, новая фишка молодежи. Нужно снимать людей, когда они ничего не делают. Снимать людей, когда они ничего не делают, это фишка Путина. А азиаты в Москве не могут ничего делать, а ну живо работать! Всех с наступающим! А для вас у меня есть хорошая новость. Президент Кыргызстана пообещал, что если сегодня мы победим, то даст каждому по квартире. О-о-о! Странный человек. Сначала забирает квартиры, потом отдает. Ну классно же, классно. Мотивация, финал. Давайте, давайте, признавайтесь, кто за что приготовил. Я извиняюсь, а Киркоров присутствует в зале? Нет, конечно. Значит, она в безопасности. Кто? Песня! Взял я маску, плетку и два ремня. Ох, тебе достанется от меня. Я приду сначала, как Дед Мороз, а потом увидишь, что я принес. Сергей! Сергей, у тебя имя, как у Рахманинова и Прокофьева, а ты его используешь, как Зверев и Лазарев. Нельзя было что-то актуальное, что ли, придумать? Ну, например, вы слышали про недавнее скандальное признание Криштиану Роналду? О, конечно, слышали! Все новости об этом говорят! Бедный Криштиану Роналду! Митя Фомин, вот кто бедный Криштиану Роналду! Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат со стороны родителей Санжар! Кто это с тобой? А, помнишь, я ради квартиры в Москве за бабушкой ухаживал? И? Вот, выходил. Клавдия Петровна, давайте 5 капель корвалола и спать давайте. Ты чё сюда это вышел вообще? Победить хочу. Чтобы победить в КВН, нужно показывать то, чего еще никогда не было. О, пацаны, в КВН уже все было. Гузеева была, Познер был. Даже была пародия Михаила Галустяна на Рамзана Кадырова. Но никогда не было пародии Рамзана Кадырова на Михаила Галустяна. Подождите! Ну все же прекрасно видят, что это не настоящий Кадыров. Ну конечно, у него же это на лбу написано. Ты что, стер что ли? Андрей, Рамзану Ахматовичу это не понравится, иди быстро нарисуй. Ты что творишь такое, а? Ты разве не понимаешь, что у нас сегодня на кону золотые медали? Брат, просто сложно думать о золотых медалях, стоя в форме олимпийской сборной Кыргызстана. Ну так иди и переоденься во что-то более подходящее. Ситорочка, я что подумал? Финал, возможно, больше не увидимся. Может, на прощание замутим? Сергей, у вас жена же есть. А, не переживайте, у меня с ней несерьезно. Стоять! Московская полиция! Чё вы за нами постоянно ходите, а? Сегодня это не моя инициатива. Благодаря вашему другу я сегодня побывал на елке, на катке. Вот вы когда-нибудь лепили 6-метрового снеговика? Так отпустите его немедленно, Марат Сапаржанович. Ну чё, если не хотите проводить год обезьяны в обезьяннике, по 1000 рублей давайте. Подождите, может сделайте исключение, а? У нас ведь сегодня последняя игра. Как последняя? И что, вы больше не прилетите в Москву? Нет. Я буду выходить, московская полиция, здесь что, пустое место? Я же на вас рассчитывал, я же кредит взял. Может быть, вы меня оттуда отправлять будете? Вы же отсюда туда отправляете, а?
Я был простым ментом, позвали в КВН. И в КВН в жизни не было проблем. Но Азия уходит, и жизнь уже не та. Неужто зритель не похлопает слезам мента? Имею честь! Кто-нибудь мне объяснит, что это было сейчас? Это Новый год. Пришел с великого утюга, чуть-чуть помятый, нет утюга. Ты чего это нарядился в костюм Деда Мороза? Что, решил заработать на елках и не знаешь, как остановиться? Это Ургант со Светлаковым решили на елках заработать и не знают, как остановиться. А у меня подарки жюри. Вот сюрприз из Кыргызстана для Михаила Галустяна. И это подарок? Ну, первый раз, конечно, подарок, а потом как договоримся, что... Ты что, с ума сошел, что ли? Такие вещи людям... Что, не мог нормальные подарки приготовить, что ли? Постоянно все портишь. Да я все порчу, на? Вот ты неблагодарный. Я ему, главное, такой сюрприз подготовил. Какой еще сюрприз? Эмилия. Ты что, дочь мою сюда привез? Да. У нас же КВН. А я сказал, что это главная елка страны. Какая еще главная елка страны? Что я ей сейчас скажу? Папа! Вот. Папа, где Дедушка Мороз? Ну как где? Вот ты правильно посмотрела, вон он рядом с елочкой. А почему он без бороды? Ну почему же без бороды? Вон его борода. Дедушка Мороз, может быть, и хотел бы быть без бороды, но люди к ней уже привыкли, уж очень она хорошая. Посмотри лучше на елочку, смотри, какая красивая там, с медалями. А в этих медалях есть шоколад для меня? О, дочь, в этих медалях есть и шоколад для тебя, и шуба для мамы, и работа для ребят, и даже муж для тети Ситоры. А можно Дедушке Морозу сделаю сюрприз? Конечно. Сама. Это подарок? Ну, первый раз, конечно, подарок. Моя племяшка. С Новым годом! И тебя тоже. Дорогие друзья, вы знаете, за 55 лет существования КВН команда из Кыргызстана была в финале лишь однажды, в 72-м году. И тогда она проиграла. И сразу же после этого КВН закрыли на 15 лет. Мы не знаем, возможно, это просто совпадение. Но в таких серьезных вопросах лучше не рисковать. Мы завершаем юбилейный сезон.